Если ты знаешь, кто такая Scary Teacher, поставь лайк за 3 секунды. Раз, два, три. Всем привет, ребятки! С вами, как всегда, Allplay, и добро пожаловать на мой канал, где мы продолжим играть в мобильные игры. Давайте, ребят, приступать, и первая игра у нас будет Fish Story. Здесь мы с вами остановились на 16-й части. Давайте попробуем ее пройти. Итак, сперва нам нужно что-то вырезать. Это у нас фонарик. Ага. И следующая часть, что здесь нам нужно уже будет вырезать. Это у нас, ребят, монтировка. И походу сейчас нам нужно выбрать либо монтировку, либо фонарик. Давайте возьмем фонарик. Опа, мы с вами нашли краба, который прятался. Отлично, погнали дальше, следующее задание. Так, что здесь нужно сделать? А здесь нужно, скорее всего, что выход правильно проложить, чтобы рыбка уплыла. Отлично, тоже все сделали правильно, круто. Так, следующая часть. 54-й уровень получается. А нет, 55-й даже уже, 54-й прошли. Так, здесь у нас вентилятор. Нам нужно, наверное, его пройти. А он еще и работает. Нам нужно пройти его, сломав. Давайте молоток бросим. На, круто, ребятки, отлично. Все, эту часть, походу, мы с вами прошли, да? Здорово, давайте тогда еще одну попытаемся часть пройти. Надеюсь, у нас получится. Здесь на маленькую рыбку напала акула. И нам нужно, наверное, как-то ее отогнать. Что-то вырезаем. Так, тут у нас... Что это? Кусочек мяса. А это что такое будет? Это у нас будет пистолет. Ого! И мы должны выбрать либо мясо, либо пистолет. Давайте, может, мясо бросим. И уплывем? Или нет? Да, ребят, походу это правильно. Круто. Пока что мы с вами ни разу не ошиблись. Ладно, следующий уровень. Так, тут нам нужно... Ого, здесь нам нужно проложить реально уже путь. Очередной, чтобы рыбка смогла улизнуть отсюда. Ну и все. Вниз, вверх и вниз. Вуаля, ребятки, уровень у нас этот практически пройден. Еще два задания. И смотрим, что тут дальше будет. Опять эта акула, и нам нужно как-то от нее убежать, как-то ее остановить. Так, мы выбираем, что-то вырезаем. Давайте посмотрим, наверное, ключ какой-то. Да, это ключ. А это что такое? Походу, опять та монтировка, которую мы вырезали уже. Да, и монтировка. Так, нам нужно выбрать либо ключ, либо монтировку. Ну, по идее, ребят, наверное, ключ нужно, потому что здесь замок лежит. Давайте выберем ключ. Подошел? Ну уже. Да, отлично, ребятки, ключ подошел, и мы улизнули. Круто! Мы спасли нашу рыбку и ее подружку. Здорово! Хорошо, ребят, давайте поиграем в следующую игрушку, и это у нас будет Punch Race. Так, друзья, здесь у нас будет 63-й уровень. Ну и давайте будем его проходить. Здесь у нас тут два противника. Так, нам нужно их пройти. Плюс 2. Вау, 8-й уровень. Здорово. И еще 3 уровня добавляется. Ну, пока неплохо. О, тут что-то умножается на... Ого, 42-й уровень, ребятки, это круто. Ну, и первую часть мы с вами проходим. Здорово, да. Первую площадку прошли, сейчас нам нужно еще будет вторую. Вторую пройти площадку. И сразиться с боссом. Так, смотрим. Ну, левел 40, я думаю, хватит. Погнали. Так, 32. О, да, ребят.
Так, здорово. Следующий босс. И нам нужно его тоже уничтожить. Давайте поменяем скин. Давайте возьмем мой любимый скин. Это скин вот этого Человека-паука. Так, теперь нам нужно подбирать красные гантели. Умножить на 4. Быстрее, быстрее. Вау! 12 уровень. Прям на старте. О, опять умножить на 3. Быстро, быстро, давайте умножаемся. И 45-й. Ребят, смотрите, 46 левелов. Так, давайте вот этого тоже с противника завалим. И 68. Ну, практически рекорд. Можно идти уже, наверное. Так, 61. Ну, тут чуть-чуть. Давайте соберем еще левелов. И пройдем последнюю вот эту вот... Последнее препятствие. Я думаю, что уже должно хватить. Еще плюс 3 уровня. Вот здесь вот заберем. И погнали. Походу все. Да. Отлично, друзья. Хорошо, играем в следующую игрушку. Будет Grimace Monster Dop. Итак, здесь нам нужно вытирать что-то лишнее. Так. Мы нашли мороженое с вами. Следующий уровень. Здесь мне нужно найти маленького монстрика. Круто. Сделай семейное фото. Ну, короче, нам нужно вытирать что-то лишнее, да? Тут воришка лезет к нам. Получи. Отлично. Так, нужно найти место, где ему спрятаться. А вот здесь. Здорово. Найти монстра. Вот он. Нам нужно защитить эту девушку. Превратили ее в Grimace монстра. Не плачь. Так, ну и давайте, ребят, пройдем последний уровень. Так, здесь нам нужно отравить его. Круто! Хорошо, ребят, неплохо. Давайте поиграем в следующую игрушку. Это Hide and Seek Misty. Будем играть здесь в прятки, и мы можем либо прятаться, либо искать. Давайте пока будем искать. Так, играю я за мистера Ти. И раз. Нам нужно поймать минимум 4. Желательно всех 5. Но пока вот я 3 поймал уже. Так. 13 секунд, еще одного нужно срочно где-то поймать. Вот он. Привет. И все, ребят, мы выиграли. Но если еще одного поймаем, будет, конечно, здорово. Только он куда-то убежал. Но, тем не менее, этого хватает. Ну, а сейчас давайте будем уже прятаться. И можно собирать пиццы. Этой пиццей будем... Будем ослеплять Мисти. На. Спасаем нашего союзничка. Есть, спасли его. Пошли еще одну пиццу возьмем. Так, опять один попался. Давайте опять его спасем. Отлично. И засадим Мисти пиццей. Круто. Ну что, ребят, мы с вами выиграли. Да, время закончилось, и мы с вами, соответственно, выиграли. Давайте еще раз сыграем, и на этот раз будем опять ловить. Ловить мне нравится больше. И погнали. Сперва нам нужно взять пиццу. Отлично. С помощью пиццы мы с вами поймали одну нашу жертву. Вторую жертву поймали. Нам нужно еще 2 жертвы поймать как минимум. Третья. И... Ну, еще одна.
Где наши потенциальные жертвы? Вот она. Или он, вернее. Есть, ребятки, это победа. Круто. Хорошо, неплохо. Следующая наша игрушка будет Evil Skibidi Toilet. Уровень 90 у нас. И сыграем мы с вами сперва за обезьянку. Ну, это у нас не обезьянка, это у нас монстр. Три эволюции у него тоже будет. И в конце будем сражаться, по-моему, с боссом. Это как раз-таки уровень с боссом. Все, мы его прокачали. И бьем этого босса вражеского туда подальше. Круто. Отлично. Так, друзья. Что тут у нас? Ничего. Этот скин у нас, по-моему, есть. Это Хаги-Ваги Мама Длинные Ноги. Вот у нас скины. И... А, нет, ее мы можем получить только за просмотр рекламы. Ну ладно, потом посмотрю, обязательно получим. Давайте выберем какого-то другого монстра. Давайте выберем Скибиди Туалет. Раз сыграем за него, а потом поменяем. И он будет собирать туалеты. Туалет собирает туалеты. Смешно, да? Так. А, ребят, тут у нас уровень, конечно, очень неудобный. Мне нужно прокачаться хотя бы раз. Ну, в идеале, конечно, два. О, да, есть, отлично, я прокачался. А теперь опять что-то сдулся. Ладно. Забрасываем тоже подальше нашу жертву. Так. И. Чем дальше забросим, тем лучше, конечно же. Ну же. Да. Отлично. Давайте еще тогда уровень сыграем. На этот раз опять поменяем скин, только возьмем уже кого-то другого. Давайте возьмем, может, вот этого ситха. Кто это такой? Не знаю, давайте посмотрим. О, это не ситх, это какое-то чудовище. Кто ты? А, это, по-моему, что-то связано с Египтом. Наверное, какой-то монстр с Египта. И да, вот видите, ребят, это, короче, какой-то мечник египетский. Ну, здоровый он. Тоже сейчас высасываем душу или жизнь с нашей жертвы и подальше. Вуаля. Та-дам. Привет. Круто, давайте еще поменяем один разочек монстра и сыграем эту игрушку. Я хочу, знаете, кого посмотреть. Тут у нас есть в первой вкладочке, по-моему, оборотень. Если мы сейчас его возьмем, да, вот этот оборотень, давайте за него сыграем, я просто не помню, кто он у нас такой, какой он будет. А, начинаем с Росомахи. И три эволюции. Давайте посмотрим просто, какие они, эти эволюции у него, и перейдем дальше к следующей игре. Так, собираем. А, вот он, ребят, какой-то летающий, по-моему, монстр. Ого! Кто это такой? Какое-то чудовище страшное, типа Дракулы, наверное, летающего. Ну, не знаю, сейчас, короче, посмотрим его сблизка. Ну. Ого, ребят, это Цербер вообще, видите, трехголовый Цербер. С крыльями, он летает, огненный. Прикольно. И глядите, как далеко мы забросили нашу жертву. Ого-го, все деньги у нас умножаются почти на 23, даже на 23,5. Здорово, ребят, в этот раз мы с вами неплохо поиграли. Хорошо, давайте сыграем следующую игрушку, это будет Фрики Стэн. Здесь у нас будет 29 уровень, давайте попробуем пройти его. Так, нам нужно что-то выбрать. И спасти, я так понимаю, вот эту девушку. Давайте мы для начала выберем кисточку. Может, здесь можно что-то будет... А, нет. А, да, я просто подумал, что мне нужно вот это вот стереть. Но нет, на самом деле просто нужно эту девушку было погладить этой кисточкой. Здесь у нас зеленая какашка или это, походу, суши. Это, наверное, суши, а это, наверное, васаби, да? Давайте возьмем суши. Если это действительно они. Да, ребятки, круто. И опять мне нужно выбрать. Видите, это пульт, его нужно не протирать, а нужно что-то с ним сделать. Так, ладно, следующий наш уровень. Это суши с угрём, и это суши, походу, с красной рыбой. Ну, я угрь не особо люблю. Давайте выберем суши с красной рыбой. Посмотрим, правильно ли мы угадали. И... Да?
Да, ребятки, все, мы с вами сделали правильно. Этот уровень пройден, ни разу не ошиблись, представляете? Просто круто. Так, ладно, погнали дальше. Давайте еще тогда 30-й левел пройдем. Нам нужно эту девушку спасти. Вон ее суши забрали. Что мы будем делать? Либо останавливаем суши, либо разворачиваем по ходу стул. Давайте стул развернем. Или что мы с ним сделаем? Что-то со стулом сделаем. Так. И... О, есть! Он упал вниз. Так, а здесь мы с вами либо берем флаг какой-то, либо кеглю. Давайте флаг возьмем. Что это такое вообще? Я даже не знаю, что это такое. А, это флаг Японии. И... Правильно, нет? Да, ребятки, мы с вами правильно сделали. Это был просто флаг Японии, я не понял с первого раза. Ну ладно, и последнее задание. Здесь нам нужно спасти эту девушку. Либо выбираем мы с вами бутылку шампанского, либо звездочку. Давайте бутылку шампанского, а то еще звездочка ее зацепим. И стреляй. Нет, это не шампанское, это что-то другое. Но, тем не менее, девушку мы спасли. Да, ребятки, круто. Мы ее спасли, но она, к сожалению, от нас отвернулась и ушла. Ну ладно, тем не менее, уровень у нас пройден, все хорошо. Давайте поиграем в Stumble Guys. Сперва я предлагаю получить бесплатный приз. Что это у нас будет? Это у нас будет. Давай, 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 давай. Ай, совсем немножко не хватило. Дали только один токен. Я уже думал, что мне скин дадут новый, но нет. Так, хорошо, давайте тогда поменяем, наверное, скин именно наш. Какой взять? Давайте возьмем Мистер Бист. Ну, давайте возьмем. И за него, в принципе, один разочек давайте сыграем. Так, карта у нас подобрана, и нам нужно добраться до финиша. Чуть погромче сделаю, а то плохо слышно. Ой, зря я этого Мистер Биста взял, потому что плохо видно. Я типа просто не отличаюсь ни от кого. Тут много золотых скинов. Нужно выбирать было, наверное, свой какой-нибудь простой скин, а не золотой. Я думаю, что даже вы, наверное, не все замечаете, где я бегу. А, чуть не упал. Быстрее, 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 быстрее. Так, пока вроде проходим дальше. Уже у нас тут финишная прямая. Так, и, ребятки. Давай, 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 давай. Ну и я, в принципе, один из первых. Круто. 7, 8, 9 человек уже прошло. Сейчас буквально еще 5 человек пройдет. Кто успел, тот успел. Кто не успел, тот опоздал. Все, ребятки, мы с вами проходим первый уровень. Отлично. Много золотых, кстати, скинов прошло дальше. Ну, играем следующий уровень. Так, это новая карта у нас здесь. Опять попытаться нужно добраться до финиша первым. Будет это немножко сложно. Ауч, не пропрыгнул. Да что ж ты будешь делать? Есть, пока прохожу вроде. Ну же, ну же, ну же. Так-так. Ай, зацепила, зацепила, зацепила меня. Ну и последний, можно сказать, что финишная прямая или практически финишная прямая. А, быстрее. Ну нет, ну куда ты? Капец, ребятки, это было очень обидно. Я уже практически запрыгнул, но упал в самый последний неподходящий момент. Опять перескочил. Давай, давай, давай. Ай, ребятки, к сожалению, со второго раунда мы с вами выбиваем. Прошли первый раунд, а второй, к сожалению, не смогли. Ладно, давайте поиграем в последнюю игрушку, это будет Бравл Старс. Друзья, к сожалению, в игрушке Бравл Старс у нас велись технические работы, поэтому я ее поменял, и мы с вами сыграем в игрушку Зуба. Она похожа немножко на Бравл Старс, поэтому сыграем в нее. Здесь у нас будет Team Trio. Я и еще два моих союзничка будем сражаться против остальных ребят. Так, отлично, вот мы с вами одну зацепили.
или практически даже уничтожили. Убежала. Мне нужно держаться ближе к моим союзникам, потому что я один, а мне желательно, ребятки, одному не ходить. Так, отлично, давайте сюда, может, зайдем. Привет. О, ничего себе, как меня ударили. Смотрите, половину здоровья у меня практически прям сразу же забрали. Давайте, может, поможем нашему Брюсу. Так. Получай и... На. Отлично, ребят, мы с вами гасим вот этого чувака. Сейчас мы его точно догасим. На. И... Получай, да, все, ему трындец, ребят, он сам понимает, что ему трындец. На, отличненько, мы с вами еще забрали одну аптечку. Круто, 10 человек здесь осталось. Я и моя команда, в принципе, справляются пока что с поставленной задачей. Довольно-таки неплохо мы с вами уничтожаем наших противников. Так, пойдем посмотрим, кто тут еще есть. Ого, у нашего одного союзника с вами проблемы с интернетом. А, вот они. Привет! Куда же ты от нас убегаешь, маленький, прималенький негодник? Сейчас давайте обойдем мы с вами его. Нашего Брюса прикроем. Так, у Брюса очень мало здоровья. Нет, ну куда же ты идешь, чувак? Ай-яй-яй, ребятки, нам нужно улепетывать, а то у меня очень мало здоровья, лечиться нужно. Быстро, быстро, быстро. Я остался, походу, один. Да, ребят, я, походу, реально остался один. Уходим, уходим, уходим. Где мой союзничек? А нет, все-таки где-то он тут ходит, мой союзник, но его сейчас прессуют со всех сторон. О, ребятки, это очень и очень печально. Да, к сожалению, меня уничтожили. Я занял всего-то навсего пятое место.